Всем здравствуйте! С вами Анна и мой канал «Фишки-солишки». Казалось бы, все праздники уже отгремели, но мне продолжают приходить подарки, и это очень приятно. На этот раз ко мне доехала посылка из города Тула от Иришки, автора канала «Плохая хозяйка». Коробка очень огромная, и мне интересно, что же Ириша туда положила. Ирина варит невероятной красоты мыло, и то, что вы видите сейчас, это оно и есть. Также она делает их и в натуральную величину, и это очень необычно и оригинально, поэтому, думаю, прочь носки и пену для бритья – отличный подарок на 23 февраля нашим мужчинам. В этой коробочке притаилась очаровательная кукла с зефиркой, и это тоже мыло. Зефир мыло, кукла нет. А это мыло привело меня в восторг. Посмотрите, какой невероятный малыш в вязаном наборе. Просто чудо. Спящее чудо. Классно, как это можно все сделать из мыла? Для меня остается загадкой. Ириша, у тебя золотые ручки. Дальше мнения разошлись. Мои считают, что это зефир, я считаю, что это розочка в виде пирожного. Но, как ни странно, и это тоже мыло. То, что Иришка пришлет мне набор с мылом, я знала. И, собственно, на него и рассчитывала. Но то, что тут будет еще столько всего, я, конечно, даже не подозревала. Неправильно держу. Это набор, цветочки все из мыла. И флакончик духов тоже мыльный. О, а это... Нет, не мыло. Это зефирное настроение. Это клубничный десерт, похожий на жидкий зефир. И даже я, не сладкоежка, все-таки поборолась со своими детьми за право его попробовать. Очень вкусно, теперь буду искать его в магазинах. Это очаровательная овечка, тоже мыло. Я знаю, что Ириша может сделать 1500 наименований разного мыла. И у меня закралось смутное сомнение, не решила ли она козырнуть всеми. А это... Новогодняя пухлишка. Нет, конечно же, это мыло. Тоже мыло. Мартини. Представляете, здорово упаковано. И если бы не такой маленький размер, можно было бы легко испутать. А еще мне очень понравился наполнитель, которым Ирина заполнила всю посылку. Ничего не видно. Руку засунул и сюрприз. И сюрприз опять в виде бутылочки. Это, как я понимаю, уже вино. Розовое. Цветущий кактус поднимает настроение зимой. Кактус мыло, цветочек не мыло. Похоже, все-таки 1500 наименований. Это белочка. Посмотрите, какая очаровательная. Хвостик, каждая шерстинка видна. Глазки. Здорово, умничка Иришка. Классное мыло. Вот и дошла очередь до беленькой столичной. Вы когда-нибудь намыливались бутылкой? Нет? А у меня есть все шансы. Но, честно говоря, такие шедевры очень жалко использовать по назначению. А это мыло для принцессы, как я понимаю. Будет для моей дочки Ксюши. Классная розовенькая с короной, ей понравится. А этот кусочек со следом маленькой ножки, думаю, будет для моего сынишки. Вообще выглядит как пемза. Здорово. А запах, ребята, стоит невероятный. Мыло и очень нежной отдушки. Класс. А вот это вот... Золоченое зеленое сердечко. Нет, наверное, вот это будет сынишке. Разберемся. Ну и, конечно, самое главное. Куда же Тула без пряников? Думаю, была бы у нее возможность, она бы и самовар туда запихала. Это пряник с малиной. Я очень люблю малину. Ириша его прислала специально для меня. Ну, конечно, мне мало что от него досталось. Ну, а это большой тульский подарок на всю семью.
Пряники свежайшие, очень вкусные. Дети, конечно, расстреляли его за 2 дня. И то потому, что я их ограничила в этом. Кстати, насчет расстреляли. Ни ружьишка, ни баяна я в посылке не обнаружила. А Тула, как известно, этим славится. Но я думаю, не пропустила бы почта. А то Ириша, дай волю, она бы и их запихала. Спасибо большое, моя дорогая. Это так очаровательно. Это невероятно все красиво. И, конечно же, очень жалко это все пользовать. Ну, а я вам советую пройти к Ирине на канал, посмотреть, у нее не только мыло, она еще занимается и курами, и вообще интересный, хороший, добрый, позитивный человек. Ссылочку на канал Иришки вы, конечно, найдете внизу под видео в инфобоксе. Ну, а у меня на сегодня все. Дарите подарки, принимайте подарки. Это невероятно приятно. Всего вам хорошего!